последний день зимы на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» собрались юные любители лыжных гонок. Эти ребята – участники 9-й малой спартакиады школьников. От каждой школы принимают участие по одной команде. В команде 8 человек. В зачет идут 5 лучших результатов среди мальчиков и девочек. Внимание! Марш! Первыми на старт вышли ребята из 226-й школы. Они готовились к состязаниям больше 2 месяцев. За это время поняли секрет успешного выступления. Правильно ставить лыжи, не ставить палки, чтобы не споткнуться и не упасть. Какая трасса самая хорошая? Которая самая новая, и когда она не скользкая. Если она скользкая, то можно много раз упасть. А если она хорошая и новая, то ты всегда будешь ехать первым. Помогли ли ребятам из 226-й школы одержать победу в командном или личном зачетах их знания, будет известно в конце недели, когда выступят все участники спартакиады. Победителей и призеров лыжных гонок наградят медалями и дипломами. Но самой большой наградой для всех участников соревнований останется заряд бодрости, здоровья и позитива, который они получили, преодолевая дистанции. Диана Котлярова, Ильдар Абульханов, телерадиокомпания «Заречный».